исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня. Христос воскресе из мертвых, смертью свет поправ, и сущего гробе живот даровал. А куда погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся? Христос воскресе из мертвых, смертью свет поправ, и сущему гробе живот даровал. Сей день Его же сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. Христос воскресе из мертвых, смертью свет поправ, и сущему гробе живот даровал. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущему гробе живот даровал. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего гробе живот даровал. Воскресенье день, просветимся, люди, Пасха, Господня Пасха, от смерти Бог жизни. И от земли к небеси Христос Бог нас приведет, победную поющая. Христос воскресе из мертвых, очистит чувствия и узрим, неприступным светом воскресения. Христа, Христа, ищуся, и радуйтесь, рекуща, ясно да услышим, победную поющим. Христос воскресе из мертвых, небеса убогостойно навеселятся, земля же да радуется, да празднует же великих и живых и невидимых, Христос Бога со веселье вечное. Видите, пиво пьем новое, ни от камени, ни плодно чудодеемое, но не тление источник из крова дождивша Христа, в нем же утверждается. Христос воскресе из мертвых, ныне все исполнившееся света, небо же и земля и преисподняя, да празднует любовь Святой во Исание Христово, в нем же утверждается. Христос воскресе из мертвых, вчера спасли Бог все тебе, Христе, самостою дней воскрешу тебе, распинался тебе вчера, сам же прославил, спасибо, Царстве Твоем. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе из мертвых,
Очистися, Христос, яко человек же, Агнец наречися, не поручен же, яко не вкусен сверный. Наша Пасха, яко Бог истинен, совершен речися. Христос воскресе из мертвых, яко единолетний Агнец, благословенный на венец Христос. Волею за всех заклан бысь, Пасха чистительная, и паки из гроба красное, правды нам воссия солнце. Христос воскресе из мертвых, Бога Отец уподобит пред земным ковчегом, с какашей играя, люди же Божии святые, образом сбытые зрящие, веселимся божественне. Яко воскресе Христос, яко всесилен. Утреннюю, утреннюю глубоку, и Христа мира петь принеси Владыце, и Христа узри, правды солнце, всем жизнь сияюща. Христос воскресе из мертвых, безмерное Твое благоутробие, адовыми узами содержание. Свету и дяку Христе веселыми ногами, посупающий вечную. Христос воскресе из мертвых, преступник священносней, исходящий Христу из гроба, яко жениху, и с праздным любовь праздностными мечами, Пасху Божию спасительную. Сокрушились и верещия, содержащие связанные кресты, и клинили от Китаиона, воскресись я гроба. Христос воскресе из мертвых, сохранится во знамения кресте, воскресись я гроба. Ключи девы невредимы в рождестве Твоей, не отверзись и нам разные двери. Христос воскресе из мертвых, спаси мой живой жизнь, жертвенное заколение, яко Бог сам себе волею привет Отцу. Со воскресилась и все родного Адама, воскрес от гроба. Христос воскресе! Воистину воскресе! Его грустнейшего и себя смерти, но одного разрушились и силу, и воскресился, яко победитель Христе Боже, жена мира носится вещам и радуйтесь, и твоим апостолам мир даруяй, отчим подаяй воскресенье. И же прежде солнце, солнце зашедшее над огру, предваришь околутру ищущие, твои мира носится девы, и друга по друзей вопияху о другине. Придите вонями, поможем тело живоносное и погребенное, плоть воскресившего падшего Адама, лежащую во гробе. Идем почиться, яко же возле и поклониться, и принесем мира, яко дары не впили на окно плащаницы обитому, и плачем и возобим, о владыка восстани, падшим подаяй воскресенье. Воскресенье Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твоего мы славим. Ты мой и Бог наш, разве Тебе много не знаем? Имя Твое именуем, придите в себе дни, поклонимся святому Христову воскресению. Всему приди Христу, радость всему миру, всегда благословящий Господа, Твоим воскресением.
и святое воскресение Твое воем и славе. Ты боишься, Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Имя Твое именуем, придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению. Всего прийди Христом, радуйся всему миру, всегда благословящий Господа, полем воскресенье Его, распятие Бог претерпел, смертью смерть разруши. Воскресенье Христом возвидишь, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое воем и славим. Ты боишься, Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Имя Твое именуем, придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению. Всего прийди Христом, радость ему миру, всегда благословящий Господа, поем воскресенье Его, распятие Бог претерпев, смертью смерть разрушит. Воскрес Иисус от гроба, да где нам живот вечный и верию милость. Отроки от печи избави, выбычи человек страшен, яко смертен, и страсти от смертной огненья облачи благолепие, един благословен Отце Бог и прекрасновен. Христос воскресе из мертвых, жены с миром Богом мудрее, свете пятичаку, Его же яко метва со слезами и скапу. Поклонившись, радующийся живому Богу, и Пасху тайную Твою Христе ученикам благовестиша. Христос воскресе из мертвых, смерти празднуют жизни, адово разрушение, и новое житие вечного начала, и играющего виновного, единого благословенного, Отца Бога и препрославленного. Христос воскресе из мертвых, якого истину священное, истин праздноснодающее, спасительное, ноущее светозарное. Светоносного дня восстания, сущий превозвестница, мне же безвестный свет из гроба плоти всем воссия. Сына реченный святый день, един суббот, царь и Господь, праздников праздник и торжество и торжеств, он же благословен Христа во веки. Христос воскресе из мертвых, придите нового винограда рождения, божественного веселья, нарочито мне воскресенья, царствия Христова приобщимся, поющие волка вовеки. Христос воскресе из мертвых, возведи о кресло Твое сегодня, и лишь святые души в Тебе. Якобы святое светило от запада и севера и моря, и востока чада Твоя, в Тебе благословящая Христа во веки. Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе! Отче Вседержителю и славе и души, Тремя соединяемого ипостаси Христеству, присущественнее и пребожественнее, в тя христихом святя благословимся веки. Святися, святися, Новый Иерусалим, слава Богосподня на Тебе воссия. Веку ныне веселися сионе,
Спасуся, Богородице, о восстании Рождества Твоего. О Боже, Христос воскресе из мертвых, о Божественного, о любезного, о сладчайшего Твоего гласа, знаю, помню, ложно обещался и сибытий до скончания века Христе, и Боже, в верне утверждение надежды имущей радуемся. Христос воскресе из мертвых, возлюбили священнейшее Христе, о мудрости и славе Божией сила. Подавай нам истине Тебе причащайтесь в невечернем дне Царствия Твоего. Христос воскресе из мертвых, святися, святися, Новый Иерусалим, и слава Богу Господня на Тебе воссия. Ликуй ныне и веселися, Сионе, Ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего. Христос воскресе! Воистину воскресе! Святаго Духа. Аминь. Аминь. От Луки, Святаго Евангелия, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же, недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе, наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человеков грешников и быть распятую в третий день воскреснуть». Исполнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим.
то были Магдалина Мария и Анна и Мария мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам, и показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. Слава тебе, Господи, слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слово святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху. Продолжение. Через смерть мы сделались бессмертными, по падению восстали, после поражения стали победителями. Таковы действия креста, они величайшее доказательство воскресения. Ныне ликуют ангелы и веселятся все небесные силы, сорадуясь спасению всего рода человеческого. Ведь если об одном кающемся грешнике бывает радость на небе и на земле, Лука 15:7, то тем более о спасении вселенной. Ныне Христос возвел прежнее достоинство человеческую природу, освободив ее от власти дьявола. Когда я вижу, что начаток мой так победил смерть, то уже не боюсь, уже не страшусь борьбы и, невзирая на свою немощь, помышляю о неизреченной силе того, кто готов помогать мне в борьбе. Победивший владычество смерти, уничтоживший всю силу ее, чего только не сделает для сродного себе, образ которого он благоволил принять на себя по своему великому человеколюбию и в этом образе вступить в борьбу с дьяволом. Сегодня во всей вселенной радости духовное веселье. Сегодня сонмы ангелов и лики всех вышних сил радуются спасению людей. Представь же, возлюбленный, величие этой радости, когда и вышние силы торжествуют вместе с нами. Ведь и они срадуются нашим благом. Хотя благодать дарована Владыкой нам, но она доставляет радости им, поэтому они и не стыдятся праздновать вместе с нами. Но зачем мне говорю, что эти служители наши, ангелы, не стыдятся праздновать с нами? Сам Владыка их и наш не стыдится праздновать вместе с нами. И что я говорю, не стыдится? Он желает праздновать вместе с нами. Откуда это известно? Послушай, как он сам говорил: «Очень желал я есть с вами сию Пасху». Лука 22:15. Если же он желал есть Пасху, то очевидно и торжествовать с нами. Поэтому, когда ты видишь, что не только ангелы и сонмы всех небесных сил, но и сам Владыка ангелов празднует вместе с нами, то чего еще не достает тебе для радости? Итак, пусть никто сегодня не скорбит по причине своей бедности, ведь это праздник духовный. Пусть никто из богатых не превозносится богатством, ведь от богатства нисколько не может увеличиться этот праздник. На праздниках мирских, житейских, где великая пышность, мирская изысканность и роскошь трапезы, там по справедливостям бедному бывает грустно и прискорбно, а богатому приятно и весело. Почему? Потому что последний облекается в блистательную одежду и предлагает богатую трапезу, а бедному бедность препятствует показать такую же роскошь. Но здесь нет ничего подобного. Всякое неравенство уничтожено. Одна трапеза и для богатого, и для бедного, и для раба, и для свободного. Богат ли ты, получишь нисколько не больше бедного, беден ли ты, получишь нисколько не меньше богатого. И от бедности нисколько не уменьшится твое духовное пиршество, потому что это божественная благодать, которая не различает лиц. Что я говорю, для богатого и для бедного предлагается одна и та же трапеза. Для самого настоящего, самого носящего диадему, облеченного в багряницу, владычествующего над вселенной, и для бедняка, просящего милостыни, предлагается одна и та же трапеза. Таковы дары духовные. Бог допускает к участию в них, сообразуясь не с званием, а с произволением и образом мыслей. С одинаковым дерзновением и честью и царь и бедняк приступают к принятию и приобщению этих божественных таинств. И что я говорю, с одинаковой честью? Иногда бедняк даже с большим дерзновением. Почему?
потому что царь, занятый заботами о делах и окруженный множеством обстоятельств со всех сторон, обуревается непрестанными волнами, как бы находясь на море, и делается причастным множеству грехов. А бедный, свободный от всего этого, заботясь только о необходимой пище, провожая необремененную делами и безмятежную жизнь, как бы сидя в тихой пристани, приступает к этой трапезе с великим благоговением. И не от этого только, но и других многих причин происходят разные скорби у посещающих мирские пиршества. Бедному бывает там грустно, а богатому весело, и не только по причине трапезы роскоши, но и по причине светлых одежд и пышного одеяния богача. Что бывает с ними по отношению к трапезе, тоже бывает и по отношению к одеждам. Когда бедный видит богатого, одетого в драгоценную одежду, то сокрушается скорбью, считает себя несчастным и многое ропщет. А здесь устранена эта скорбь, потому что здесь у всех одна одежда, спасительное деяние, о котором Павел взывает, говоря: «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись». Итак, увещаю вас, не будем оскорблять этого праздника, но станем соблюдать любомудрие, достойное благ, дарованных нам благодатью Христовую. Не будем предаваться пьянству и обедению, но, представляя себе щедрость владыки, как он одинаково почил и богатых, и бедных, и рабов, и свободных, и всем сообщил общий дар, воздадим благодетелю за его благоволение к нам. А достаточное воздаяние благоугодно ему жизнь, и душа трезвая и бодрая. Для такого праздника и торжества нужны не деньги и не издержки, а одно доброе расположение, чистый ум. Здесь предлагается для приобретения не что-нибудь вещественное, но все духовное. Слушание божественных изречений и молитвы отцов, благословение священников, приобщение божественных и неизреченных таинств, мир и единомыслие, дары духовные и достойные щедрости дарующего. Будем же праздновать этот праздник, который воскрес Господь. Он воскрес и воскресил вместе с собой вселенную. Сам Он воскрес, расторгнув узы смерти, и нас воскресил, расторгнув сети наших грехов. Адам согрешил и умер. Христос не согрешил, а также умер. Это необычайно и дивно, тот согрешил, умер, а этот не согрешил и также умер. Почему и для чего? Для того, чтобы согрешивший умерший мог через несогрешившего умершего освободиться от уз смерти. Так часто бывает и с денежными должниками. Должен ли кто-либо кому-нибудь серебро и не может заплатить, и за это задерживается, а другой, не будучи должником, но имея возможность заплатить, уплачивает и освобождает виновного. Так было и с Адамом и Христом. Адам сделался должником по вине смерти и был во власти дьявола. Христос не был должником и не находился в его власти, но пришел и уплатил смертью за находившегося в его власти, чтобы освободить человека от уз смерти. Видишь ли действие воскресения? Видишь ли человеколюбие владыки? Видишь ли величие его попечения? Не будем же неблагодарными к такому благодетелю. И потому что прошел пост, не будем нерадивы. Но теперь еще больше, нежели прежде, будем заботиться о душе, чтобы она в то время, когда уточняется плоть, не сделалась немощной, чтобы нам, заботясь о рабе, не пренебрегать госпожой. Что пользы, скажи мне, расторгаться от пресыщения через меру и приступать к пределы потребности? Это и телу вредит, и души лишают благородства. Будем довольствоваться умеренным и потребным, чтобы и душе, и телу доставлять столько, сколько нужно, чтобы вдруг не растратить всего добра, приобретенного постом. Не запрещаю ли я наслаждаться пищей и вдохновением? Я не запрещаю этого, но увещеваю ограничиваться потребностью и избегать великой роскоши, чтобы, приступая меру, не повредить здравию души. Ведь тот, кто приступает к пределу потребности, потом уже не в состоянии будет кушать удовольствие. Это особенно хорошо знают те, которые сами испытали это, получив себе через это бесчисленные виды болезней и подвергшись многими страданиям. Впрочем, я не сомневаюсь, что вы послушаетесь наших увещаний, потому что знаю ваше послушание». Если мы усвоим себе такую привычку с самого начала, то, идя потом по этому пути с легкостью,
будем преуспевать во всякой добродетели без большого труда и приобретем себе великую помощь свыше. Таким образом, мы будем в состоянии с безопасностью переплыть в волны настоящей жизни и, став высшей сети дьявола, получить вечные блага благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Глаз первый, всякое дыхание да хвалит Господа. Преподобным Его. Поем Твою, Христе, спасительную страсть, и славим Твое воскресение. Хвалить Его в трубне, хвалить Его в псалтире и гусле. Крест претерпевый, смерть упразднивый, и воскреси из мертвых, умери нашу жизнь, Господи, Эквилин, всесилен. Хвалить Его в тимпане и лице, хвалить Его в струнах и органе. Ада пленивый, человека воскресивый, воскресением Твоим Христе, сподобенный чистым сердцем Тебе петь и славите. Хвалите Его в кимварях доброгласных, хвалите Его в кимварях воскресания, всякое дыхание да хвалит Господа. Боголепное Твое снисхождение, славящее поем Тя Христе, родился Исия Девы, неразлучен был Исия от Отца, пострадал Исия яко человек, и волю претерпел Исия крест, воскрес Исия от гроба, яко чертога происшает, да спасеши мир Господи, слава Тебе! Да воскреснет Бог, и расточется в рази. Священное нам здесь показалося, основа святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верный, Пасха верующий нам отвязал. Пасха, всех освящающая бедных, ярко исчезает дым, да исчезнут. Придите от видения жены благовестницы, и Сиона цвете, прими от нас радости от обещания воскресения Христова. Красуйся, ликуй, и радуйся Иерусалиме, Царя Христа узрев из гроба, яко жениха происходящего. Когда погибнут грешницы от лица Божия, праведницы да возвеселятся. Мироносицы жены, утро глубоко, Христа Живодавца, обретоша ангела, на камени сидяща, и той пролещатым, лице глаголавши, что ищите живого смертными, что плачете нетленного во тли, шедше проповедите учеником Его. Все дни Божии сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся. Пасха красная, Пасха Господня, Пасха.
нас, прости все воскресенье, и так его запеем. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим во гробе живот даровал. Деяния святых апостолов, чтение. Первую книгу написал от тебе Феофил о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, который он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых он избрал, которым и явил себя живым по страданиям своим со многими верными доказательствами, продолжение 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря: не сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Огласительное слово на Пасху святителя Иоанна Златоуста. Если кто благочестив и любит Бога, пусть насладится этим светлым торжеством. Если кто раб благоразумный, пусть исполнится радости Господа своего. Если кто утомился от поста, пусть примет ныне награду. Если кто с первого часа работал, пусть получит ныне должное вознаграждение. Если кто после шестого часа явился, пусть не сомневается, потому что ничего не теряет. Если кто замедлил до девятого часа, пусть является без всякого опасения. Если кто пришел только в одиннадцатый час, пусть не страшится замедления, так как щедрый владыка и последнего принимает наравне с первым, дает отдых в одиннадцатый час пришедшему, равно как и работавшему с первого часа, и последнего милует, и о первом заботится, и тому платит, и этому дарит, и дело ценит, и расположение хвалит. Поэтому войдите все в радость Господа нашего, и первые, и вторые мзду получите. Богатые и бедные друг друга, друг с другом ликуйте, воздержные и нерадивые день почтите. Постившиеся, не постившиеся, возвеселитесь сегодня. Трапеза полна пищи, наслаждайтесь все. Телец огромный, пусть никто не уйдет голодным. Все пользуйтесь богатством благости. Никто пусть не плачет от бедности, потому что явилось общее царство. Никто пусть не оплакивает согрешений, прощение воссияло из гроба. Никто пусть не страшится смерти, потому что освободила нас смерть Спасителя. Схваченный ею попрал ее, сошедшего ад пленил ад, огорчил его, вкусившего от плоти его. Это Исаия предвидел, когда взывал. Ад, говорит, огорчился, Исаия 14:9. Встретив тебя в преисподней, он огорчился, потому что потерпел поражение. Огорчился, потому что потерпел посмеяние. Взял тело, а нашел Бога. Взял землю, а встретил небо. Взял то, что видел, а напал на то, чего не видел. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? 1 Коринфянам 15:55. Воскрес Христос, и ты низвержен. Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и нет ни одного мертвого в гробе. Христос, воскресший из мертвых, стал начатком умерших. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Устроих я, Боже, светлый свет дня, воссиявши благодать вселенную просвети.
не сребролюбие, мира ли сокровище, сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа. Но твоими мудрости наказуя очи, а не за таусти, молись во Христа Бога, спастися душам нашим. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живо даровал. Воскресение Христово видеше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся Христе. И святое воскресение Твое поем и славим. Ты Боже Бог наш, разве Тебе Бога не знаем? Имя Твое именуем, придите все верни, поклонимся святому Христову воскресению. Всего прийди Христов радостью. Всегда благословящий Господа, поем воскресение Его, распятие Бог претерпел, смертью смерть разрушил. Предваривши утро еже у Марии, и облечь ее камень отвалено в гроба, слыша под ангела во свете пресносущим сущего, смертными, что ищете яко человека, видите гробные беременные цити, миру проповедите, яко вас то Господь умертвил и смерть, яко есть Сын Бога, спасающего род человеческий. Аще его гроб смешил и себе смертный, но Адаму разрушил и силу, и воскресил яко победитель Христе Божий. Жена мира носится, вещал и радуйтесь, и твоим апостолам мир даруй, падшим подаяй воскресение. Во гробе плотский ваде жизнь души яко Бог, в рае жизнь разбойников, и на престоле был Иси Христе с Отцем и Духом, вся исполняя неописанный. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко живоносец, яко рай краснейший, воистину и чертога всякого царства, как показался святейший Христе гроб Твой, источник нашего воскресения. И ныне и присно и во веки веков, аминь. Вышнего священное божественное вселение, радуйся. Тобою бодрится радость Богородицы зовущим. Благословенна Ты же, Архисисе, непорочная владычице. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Честнейшую Херувим, славнейшую, без сомнения, Серафим, без изъяния Бога Слова, лучшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, преподобных, богоносных, Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Расточаться в рази его, и добежат от лица его, ненавидящие его. Христос воскресе, из мертвых воскресе, смерть ее смерть поправ, Иисущим в гробе живу дарово. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня. Христос воскресе, из мертвых воскресе, смертью смерть поправ, Иисущим в гробе живу даровал. Так, куда погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся. Христос воскресе, из мертвых воскресе, Сиденье Божие сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вон. Христос воскресе, из мертвых воскресе, смертью смерть поправ, Иисущим в гробе живо дарово. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Христос воскресе, из мертвых воскресе, смертью смерть поправ, Иисущим в гробе живо дарово. И ныне пресно и во веки веков. Аминь. Христос воскресе, из мертвых воскресе, смертью смерть поправ, Иисущим в гробе живо дарово. Христос воскресе! Воистину воскресе! Воскресите, Господи, и вся земля, пойте же имени Его, дадите славу, хвали Его. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Святи Богу, коль страшна дело Твое, во множестве силы Твоей слышу те грози Твои. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Вся земля на и поет тебе, да поет же имени Твоего Вышний. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитвами Богородицы спаси, спаси. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже ущербный, благословенный, просвети.
Сыне Божий, воскреси из мертвых поющие ты, аллилуйя. Да познает на земле путь твой, во всех языцах спасение твое. Спаси мне, Сыне Божий, воскреси из мертвых поющие ты, аллилуйя. Да исповедятся тебе люди, Божие, да исповедятся тебе люди все. Спаси мне, Сыне Божий, воскреси из мертвых поющие ты, аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Единородный Сыне и Слове Божий бессмертен Сы, и изволил спасение нашего ради. Воплотитеся, святые Богородицы, и присно Девы Марии, непреложного человечивайся. Расмыся же Христе Божий смертью и сверхоправы, единстве святые Троицы, прославляемой Отцу и Святому Духу, спаси нас. Христос воскресе! Воистину воскресе! Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Христос воскресе! Исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живо даровал. Так, куда погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живо даровал. Церква, благословите Бога, Господа, от источник Израилевых. Христос воскресе. Аллилуйя,
сьмей, сей день Егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. Сей день Егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. Исповедайтеся, Господи, века благ яко, век милости го. Святого Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения от плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и восклицая говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий со мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Слава тебе, Господи! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слово на святую спасительную Пасху. Святитель Григорий Ниский. Истинный покой субботы, получивший Божие благословение, которым Господь почил отдел своих для спасения мира, субботствовавший упражнением деятельности смерти, уже оканчивается, явив особенную благодать и взором, и слуху, и сердцу посредством всего того, что при совершении празднования мы видели и слышали, о чего получили сердечную радость, ибо то, что видели мы глазами, был свет, светивший нам в ночи огненным облаком от лампад. Слово в продолжении сей ночи, оглашая слух псалмами и пениями, и песнями духовными, и вливая в душу через лук как бы какой поток радости, исполняло нас благими надеждами. А сердце, радостно утешаясь тем, что мы слышали и видели, запечатлевало в себе неизреченное блаженство. Видимое руководило его к невидимому, так что благодеяние сего, успокоение, укрепляя несглаголенную надежду на то, что уготовано нам, служит образом тех благ, которых ни око не видело, ни ухо не слышало, и которые не приходили на сердце человеку. 1 Коринфянам 2.9. Итак, поскольку эта светозарная ночь, соединившая блеск от лампад с ранними лучами солнца, произвела один непрерывный день, неразделенный промежутком тьмы, то мы, братья, размыслим о пророчестве, которое говорит: «Сей день его же сотвори Господь». Псалом 117, 24.
Дело для этого дня не тяжелое и трудное, но удовольствие, радость и веселье. Вот как говорит Слово Божие. Возрадуемся и возвеселимся вонь. О прекрасное занятие! О сладостное повеление! Кто замедлит повиноваться этим заповедям? Кто не сочтет для себя вредом и ненадолго отсрочить такого рода занятия? Радость дела, а веселье приказание, через исполнение которого разрешается осуждение за грех и печаль превращается в радость. Таково решение мудрости в день радости забвения зол. Этот день заставил нас забыть о первом против нас приговоре, и лучше не забыть заставил, а совсем уничтожил его, ибо он совершенно изгладил всякое воспоминание о произнесенном на нас осуждении. Тогда где-то рождение в болезнях, ныне рождение без мук, тогда от плоти рождались мы, чтобы быть плотью, ныне рожденный есть дух от духа, тогда были сынами человеческими, ныне рождены чадами Божьими. Тогда низведены были с неба на землю, ныне небесный и нас соделал небесными. Тогда через грех царствовал смерть, ныне наоборот. Через жизнь получает державу власть и оправдание. Тогда один открыл ход смерти, ныне через единого вводится жизнь. Тогда через смерть мы не спали от жизни, ныне смерть уничтожается жизнью. Тогда от стыда укрывались под смоковницу, ныне, облеченные славою, приближаемся к древу жизни. Тогда за прислушание изгнаны из рая, ныне же верою вселимся в рай. Снова предлагается нам, кому угодно, снять плод жизни, снова райский источник, разделяясь на четыре потока евангельских рек, напояет все лице. Так что упаяются и бразды наших душ, которые, сеющие слово, провел плугом учения, обильно возвращают плоды добродетели. Что же нужно при этом делать? Что иное, как не подражать пророческим горам и холмам в ликовании, ибо горы, сказано, взыгравшиеся, как овны, и холмы, как ангцы овчие. Итак, приидите, возрадуемся Господеве, сокрушившему силу вражию, воздвигшему ради нас великое победное знамение креста над падшим противником. Воскликнем! Воскликновение же есть торжественное возглашение, исторгающееся у победителей над побежденными. Итак, поскольку воинство нашего неприятеля не спровергнуто, и сам он, имеющий власть над злою ратью демона, прогнан, погублен и даже обращен в ничтожество, то и скажем: Бог вели Господь и Царь вели по всей земли, благословивший венец лета благости своей, ведший нас все духовное ликостояние во Христе Иисусе Господе, которому слава во веки. Аминь. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и живого Отца, рожденного прежде всех век, света от света Бога, истина от Бога, истина, рожденно несотворенно, едино сущно Отцу им же вся выше, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившемуся от Духа Святой Марии, Девы Его человечества, распятого же за мной при Понтийском Пилате, и страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и погребающего со славою судите живым и мертвым, и Боже царствию не будет конца, и Духа Святого Господа истинного и животворящего, и же от Отца исходящего, и же за Отцем и Сыном споклоняемый, и славим Он глаголовшего пророки, воедину святую соборную апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни
будущее до века. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Ангел вопиешь, благодать нечистая, Дева, радуйся, и Патриарху радуйся, твой Сын воскресе три дня над гробом, и мертвые воздвиг новые люди, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалим, слава Богоспонья на тебе воссия. Ликуй ныне, веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, а восстанье Рождество твоего. Отче наш, иже си на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое царство и сила и слава во веки. Аминь. Помяни, Господи, владыку нашего, митрополита Лариона, епископа Евтихия, протоиерея Кима, диакона Евгения, отца Игнатия, помоги в их трудах. Помяни, Господи, всех болящих, путешествующих, всех, кто заповедал нам недостойным молиться о них по великой Твоей милости. Помни, Господи, сродников наших по плоти близких, неверующих, отступивших от Тебя и Тебя не ищущих. Ты сам знаешь, Господи, какими путями приведи к Твоему познанию. Тебе же подобает хвала и слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе! Воистину воскресе! Праздничное богослужение окончено. Следующее богослужение у нас в храме будет в понедельник в 8 часов. А сейчас преклоняемся, прикладываемся все к Евангелию и к иконе и приветствуем друг друга пасхальным целованием. Христос воскресе, смерть и смерть, и смерть поправ, Иисущий во гробе живот даровал. Христос воскресе, смерть и смерть, и смерть поправ, Иисущий во гробе живот даровал. Иисущего гробе живот даровал. Христос воскресе, Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых воскресе, смертью смерть поправ. Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскрес!
Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос священное на весь показалось, Пасха новая святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верный, Пасха мирские нам отверзающая, Пасха невозвещающая верный. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Там мне уже сказали! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Христос воскрес! Воистину воскрес! Слава Христу! Христос воскрес! Я тоже хочу! Игнатий Тихонович. Христос воскресе. Спаси Христос.